«Синий трактор» представляет! Ой. Ребята, привет! Вы знаете, что у Ам-няма нет своего домика? Синий трактор решил ему помочь построить домик и позвал на помощь своих друзей. Милу, розовый трактор, красный трактор и маленьких грузовичок и каток. Из чего будем строить домик? Давайте каждый принесет, что у него есть. И работа началась. У синего с красным было очень много синего и красного песка. Кто же строит домик из песка? Давайте построим его из дерева. У меня есть кубик. Одного кубика мало, а у нас их больше нет. А что же было у маленьких? Кто это привез самосвал? Какое-то тесто, что ли? Или пластилин? Да все равно из теста дом не построишь. Подождите, подождите. Ам-ням пластмассовый, значит, и домик пусть у него будет пластмассовый. Давайте поищем что-нибудь такое. Ой, что это привез каток? Что-то пластмассовое, фигуристое. Да это головоломка. У нас и у всех такие есть. Отлично. Давайте каждый из вас принесет по одной. И каждый из них привез свой цвет. Самосвал зеленый, красный трактор красную головоломку, розовый розовую, а синий трактор, ну конечно же, синюю головоломку. Ребята, это же стены домика. Давайте их соединим. И тут началась стройка. Соединяй. Так, еще одно движение. Оп, готово. Да-да, цветами сторон он напоминает кубик Рубика. Как же ему войти внутрь? Дверь-то мы не предусмотрели. Ребята вызвали эвакуатор. Тут-то он хорошо пригодится. Ой. Опускай. Ух ты, здорово! Мы построили для своего друга дом. Молодцы! Главное, все вместе постарались. Только как теперь он будет выходить оттуда? Не вызывать ведь каждый раз эвакуатор. Ой, смотрите, Ам-ням придумал дверь. Он попробовал открыть одну сторону. Очень хорошо и удобно. Ну вот, по отдельности это были всего лишь игрушки, а вместе получился настоящий дом. Правильно. Оп. Еще увидимся. Пока.